Салют. Это ресторатор с вами versus не тот текст. Что сегодня у нас на повестке дня? Как я питаюсь? Я хочу разобрать этот вопрос в двух ипостасях. Первое, в принципе, на долгой дистанции. И как я питаюсь последние неделю. Да? На долгой дистанции я предпочитаю больше растительный тип питания. Но никак себя не корю за то, что если где-то как-то в каком-то блюде будет либо молочка, либо какой-то мясной продукт. Окей, мне нормально, мне здорово. Это никак не сказывается на моем здоровье. Просто я понял для себя, что для меня гораздо эффективнее есть растительные продукты. Они дают мне энергию, они дают мне силы, они наполняют меня жизнью. А мясо и всякое... Молочная промышленность плюс дрожжевые продукты, типа хлеб, все такое, они просто отнимают. Но иногда, камон, ребят, это окей, если ты это схаваешь, если ты это съешь, типа окей, ты разгрузишь свою психику. О психике тоже нужно думать, мы не робот. Вот, так что на долгой дистанции я предпочитаю придерживаться растительного типа питания. Сейчас же, последние несколько недель, я придерживаюсь... Точнее, я экспериментирую больше с тем, как я сейчас питаюсь. И сейчас я ем один раз в день, после примерно 16-18 часов периодического голодания. И мне это нравится. С точки зрения эффективности моей в моменте. Я достаточно энергичен. Энергии реально много, хочется что-то делать. Мысли чисто кристальные, кристально чистые. То есть реально мысли очень быстрая, юркая. Даже после того, как ты поешь, она сохраняет свою кристальность. Потому что еда в этот момент, она реально нужна. То есть я не ем в этот момент, когда... Типа я даже не хочу есть, а просто так чисто набалывать свои рецепторы. А я ем, потому что реально хочу есть. Натурально хочу есть. Вот. Только тогда я ем. То есть я не ем просто так, я ем только прям, когда натурально захотелось. Прям, когда захотел. Точнее, когда заслужил. Допустим, сегодня я съездил в зал, очень хорошо там позанимался, и думаю, что я заслужил поесть. Поел киноа с салатиком. Все. В принципе, на сегодня достаточно. И очень странно то, что это как-то не сходится с бодибилдерскими представлениями о правильном питании, вообще о правильном питании. Но для себя я вывел это как эффективная модель поведения, существования. Поэтому я сейчас пока тестирую, но мне все нравится. Я буду продолжать это дальше, эксперимент. Вот. Также, наверное, поговорю быстренько, коротко о тех добавках, которые я применяю, чтобы эффективно все усваивать, все, чтобы хорошо себя чувствовать. Или поговорю об этом в следующем видео. Да, наверное, в следующем видео. Именно так я и сделаю. А вот, я вкратце обрисовал. Короче, я больше за растительное питание, но я не веган, не вегетарианец. Не нужно на меня вешать ярлыков. И сейчас я ем один раз в день. Да. Все. До скорых встреч. До завтра.